пошла сдавать на права, но еще не сдала. Так, то есть вот решились на такой шаг? Ну да. И как ваше первое впечатление от вождения, например? Вождение здорово, инструктор попался очень хороший, довольна. Две книжки написала, кулинарных. Так, а как называются, где их можно почитать нашим березняковцам? Только в онлайн-магазинах купить можно. А как называются? Книги. «Лето под крышкой» и «Фиш» и не только. На пенсию я вышла. Поздравляю. Да. И как оно? Как ваше впечатление? Ой, как здорово на пенсии. Дорогие люди, кто больше 60, выходите на пенсию. Как здорово отдыхать и заниматься самой любимой. И гулять. Так, а сколько вот у вас стаж трудовой? 41 год. Устроилась на новую работу, довольна этим. Так, а какие впечатления как коллектив? Очень хороший коллектив. Самый замечательный, наверное. Маленький и самый лучший. Все вроде как обычно. Так. Размеренно, спокойно. Да. Главное, я считаю, что все здоровы, на работе все стабильно, и дома все хорошо. Покупка машины? Да. Так, а что за машинка? Расскажите. Lada X-Ray. Да, 17-й год. Так, а цвет какой? А? Цвет. Цвет, ой, цвет вообще шикарный, темно-коричневый. Я на работе получила высшую категорию. Замечательно. А как к этому шли, долго? 4 года. По работе все хорошо. То есть у меня там все налажено. Хорошо себя там чувствую, спокойно. Ну, то есть не сильно разделяю работу и досуг свой. Так это замечательно. Это так и надо. Так и надо, да.